На прошлой неделе кургазинцы с размахом отметили 85-летний юбилей председателя Советов ветеранов Алексея Тарасова. Заслуженный учитель БАССР, депутат Верховного Совета СССР, награжден орденами Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов. Нынче неугомонный Тарасов работает в ветеранской организации, благодаря чему рядом с районной администрацией недавно появилась Аллея Славы. Хотя он и говорит, что работа Совета ветеранов строится при полной поддержке главы района, огромная роль в этом принадлежит Тарасову. Я с продуманными просьбами, не с легкомысленными какими-то, прихожу к Ахате Ильдаровичу. Ну, скажем, наша идея районного совета ветеранов построить аллею славы и победы. Полную поддержку получим. Вот работаю уже 17 лет. За это время нами по его рекомендации мы сделали очень много по увековечению наших земляков, по установке мемориальных досок и так далее, и так далее. Вот просто хочу сказать, на самом деле он заходит и говорит: «Ахатов Ильдарович, вот у меня идея появилась, надо сделать». Он не спрашивает, у тебя есть деньги в администрации, нет, его не волновало. Он говорит: «Вот надо сделать». Я никогда не отказывался, мы в тандеме работаем, делаем очень много для жителей нашего района. Поэтому хочу пожелать Алексею Павловичу, самое главное, крепкого здоровья, чего иногда пожилым людям не хватает, семейного счастья, благополучия, удачи. Тяжелое детство воспитало в нем характер, да такой, что уже в 25 лет он стал заведующим РАНО. В 1951 году Алексей Павлович поступил в Башкирский педагогический институт, который закончил с отличием, и на последнем курсе женился на своей однокласснице Алевтине. Всю свою трудовую жизнь и по сегодняшний день он считает главным воспитание порядочного человека, гражданина и патриота своей страны. Я родом из Кургазинского района, родился здесь, в бывшем Язлавском, ныне Якшембетовском сельсовете. Там был так называемый хутор Тарасовский. А моя фамилия Тарасов, да? Основал хутор мой дедушка. Из этого хутора в 1939 году мы переехали сюда, в Ермолаевку. Самым плодотворным периодом своей педагогической деятельности Алексей Павлович считает работу директором Ермолаевской школы-интерната, которую он отдал в 14 лет своей трудовой жизни и вложил много сил и организаторского таланта. Жизнь продолжалась, и Алексей Тарасов после школы-интерната 18 лет проработал директором в Ермолаевской средней школе. И по его стопам пошли многие его ученики, став педагогами. Отмечаем день рождения 85-летие нашего дорогого золотого человека Алексея Павловича Тарасова. Моя педагогическая деятельность началась под его руководством 1 сентября 1954 года. Он научил меня работать по-настоящему, за что я ему очень благодарна. Сегодня очень волнительный день. И я вот поздравляю его, я тоже сказала, что свою работу, свои действия, в принципе, я, наверное, всегда жду его оценки. И для меня его оценка очень важна. И хотелось бы, чтобы этот человек жил очень долго и приносил еще удовольствие общения с ним, окружающим. И, конечно, сам от этого получал тоже удовлетворение. В этот день поздравить юбиляра собрались коллеги, друзья, родственники, а также лучшие творческие коллективы Кургазинского района. Рената Гайсина, Роман Бекулов, телекомпания «Арис».